чего идти-то? Пускай он решит вопрос. Если не будет жить. Так сказать, а вот да. С материалом. Ради бога, мы материалы пропустим. Не важно. Вон а, это их. Они материалы какого отношения имеют? Вот те имеют. Они незаконно, они полпятого сюда приехали, нас рушили, нас ждут. Не снимай позволение, не снимай. Зачем? А почему? Ну а как не снимать? А зачем? Ну как не снимать? На каком основании он это стоит? А почему нет? Почему нет? Снимайте, снимайте, снимайте. Народ хочет, чтобы сняли. Ну что? Ну вы представитель они власти, правильно? Тут как это так зачем? Человек закон снимает. В момент истины снимает, а вы не хотите. Тише! Дайте человеку поговорить с работниками, хорошо? Пока дайте, пожалуйста. Ладно? Почему органы власти можно снимать? Прокурор, должностное лицо снимать можно. А почему пусть, пусть поговорит. Зачем? 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 Вы хотите решить эту проблему? Почему власть прячется от народа? Я прячусь. Вот я они втихаря хотят этот вопрос. Пусть поговорит, хорошо? Вы же хотите, вам что нужно? Результат важен? Или, результат, результат. Или важно то, что чтобы ладно. Ладно, я ради, готов ради. Если сегодня это загрузят, я готов отойти. Пока, отойдите, пожалуйста. Ладно, пусть поговорят, хорошо? Доктор еще отойдет. Милиция не подъехала, они сломали. Вот. Вернули бы все. Они не ставили, это не их. Come on.